MMO Games. Сегодня, тихим морозным утром, когда князь, откинувшись на спинку кресла, медленно подтягивал свой любимый напиток, кофеёк со сгущенкой, в его комнате появился бриллиантовый новогодний дым, который постепенно заполнил комнату до самого потолка. Вдохнув немалую порцию этого дыма, князь задумался. И задумался не на шутку. Мысли путались в его голове, приходили видения из будущей и прошлой жизни. В попытках навести хоть какой-нибудь порядок в собственной голове, он решил для начала вспомнить, что же случилось в уходящем 2011 году. Вначале князь пытался соблюдать хронологическую последовательность в своих рассуждениях, однако избыток бриллиантового новогоднего дыма, который уже успел просочиться в другие комнаты во дворце, давал о себе знать. 2011 год – год кролика. Чем нас успели порадовать различные ММО-проекты в уходящем году? И чем именно может похвастаться наш сайт MMO Games за данный период? Давайте разбираться. Неизвестно, почему у китайцев это год кролика, но у комьюнити, образовавшегося вокруг ММО-жанра, этот год можно с полностью уверенностью назвать годом Доты. Вышло множество онлайн-игр, основанных на данной концепции. Некоторые значимые тайтлы типа Dota 2, Blizzard, Dota все-таки не увидели свет в 2011, но огромное количество информации о данных проектах все равно позволяет с полной уверенностью утверждать, что 2012 — год Доты. В этом году была локализована Dota-стайл игра Rage of Titans. На данный момент это единственный проект такового жанра, добравшийся до релиза на русском языке. Также любителям великого и могучего рекомендуем обратить свое внимание на Prime World. Это игра, в которой плавно сочетается два вида геймплея – из Доты и из игр серии героев меча и магии. Rise of Immortals также довольно быстро нашел свою нишу. Нельзя утверждать, что он не имеет собственного лица, но некоторые фишки были явно заимствованы из игры League of Legends. Говоря это, мы имеем в виду кусты, в которых могут прятаться персонажи, а также телепорт на базу, который можно использовать в любое время. С другой стороны, в каждом шутере есть оружие и вылетающие из него патроны. И выяснять, какой был первый в мире FPS, называя все остальные его клонами, мы не намерены. К тому же само слово «клон» вызывает довольно негативные эмоции и явно не подходит проекту Rise of Immortals. Riot Games также не сидят на месте. Осенью они запустили эдакое ответвление в рамках проекта League of Legends под названием Dominion. Это игровой режим, в котором сражаются две команды по 5 человек, главной целью которого является захват точек. Производное от данного действия — уменьшение прочности вражеского нексуса, то бишь базы. Чем больше точек захватывает ваша команда, тем быстрее снижается его прочность. Когда она дойдет до нуля, нексус взрывается, и команда, не сумевшая защитить его, проигрывает. Это довольно оригинальный игровой режим, но такой же популярности, как карта Defense of the Ancients, он не приобрел. Чтобы еще больше закрепить свои позиции, Riot Games запустила второй сезон в лиге с небывалым ранее призовым фондом в 5 миллионов долларов. Valve также учится жить шикарно и в августе сего года провели турнир по свежеанонсированной Dota 2 с призовым фондом 1 миллион долларов. В то время проект порадовал всех сыростью и лагами и недоработками, но уже спустя несколько недель был запущен закрытый бета-тест. Фанаты начали усердно помогать разработчикам в поиске багов и решении всевозможных проблем. На данный момент игра все еще не готова к выходу, но выглядит заметно лучше. Не ждите от нее чего-то нового. Это все та же Dota, только с новой графикой. В более широком разделе онлайн-игр, а именно моба-жанре, также произошла пара событий. Русская MMORPG Panzer, которую можно описать одним трудно перевариваемым предложением, это Team Fortress в мире Warcraft на движке CryEngine 3, провела последние полгода в альфа-тесте. По данной игре уже было проведено несколько турниров, в одном из которых участвовала и наша команда. Эх, это был действительно красивый бой. Обе команды сражались на равных, то одна сторона, то другая получала преимущество. Эх, жалко нас только не было в этом. Вы не думайте, MMO Games Team смогла выиграть один матч во время турнира, а дальше...
А дальше мы перейдем к другой моба-игре Bloodline Champions. К концу года она была локализована компанией Innova, и если вы не успели насладиться ее оригинальной версией, то самое время сделать это сейчас на родном русском языке. Компания Blizzard также дала повод вспомнить о себе и не один раз. Помимо вышеупомянутой Blizzard Dota, где мы сможем сражаться за героев из вселенных Diablo и Warcraft, прозвучал громкий анонс MMORPG под кодовым названием Titan, призванный заменить место World of Warcraft, который, впрочем, не спешит отправляться на покой. Масштабное обновление Катаклизм и последний аддон, вводящий новую расу Пандаренов и класс монаха, говорят нам, что Blizzard еще не скоро забросит мир Азерота. С другой стороны, запуск Катаклизма имел двоякий эффект. Не все восторженно встретили превращение атмосферы яркого и светлого мира в разрушенный и огненно-красный. Реальную конкуренцию Warcraft может составить долгожданный MMO-проект по вселенной Звездных войн — Star Wars World Republic. Любимый многими мир, вылизанная до блеска боевая система, хоть и без каких-либо нововведений, а также первоклассный сюжет — вот чем BioWare собирается заманивать игроков. Учитывая, что все больше онлайн-игр становятся free-to-play проектами, а для игры в новенькие Звездные войны придется ежемесячно покупать недешевую подписку, то BioWare следует хорошо потрудиться. Действительно, 2011 год ознаменовался превращением платных игр в бесплатные. Из них убирают ежемесячную подписку и вводят игровой магазин. Собственно и все. Главное качество таких игр остается прежним, что позволяет им с легкостью победить исконно условно-бесплатные игры на их же территории. Так случилось с игрой «Властелин колец Онлайн», «DC Universe» и «EverQuest 2». И после данных мероприятий разработчики, если и жалуются, то только на повышение дохода с проектов и увеличение комьюнити. Что, впрочем, совершенно неудивительно. Те, кто играл по подписке, теперь приобретают VIP-аккаунты. А кого она всегда отпугивала, теперь могут бесплатно присоединиться к игре, покупая себе различные плюшки, вроде ездовых животных, по праздникам. Российская игровая индустрия не отстает от своих западных коллег. 2011 год может похвастаться как изрядной порцией локализаций, так и собственных разработок. Об анонсе Prime World, нестандартной MMORPG Panzer и локализации Bloodline Champions мы упоминали ранее, а крутить по второму разу одни и те же видеоролики не хочется. Лучше расскажем о других онлайн-проектах, появившихся на русском языке. Это довольно стандартные для MMO-жанра игры — Rift, Forsaken World, Седьмой Элемент и Sun Online, расположены в порядке уменьшения известности в массах. Отдельно стоит упомянуть релиз игры Dofus на русском языке. Не зря его признают лучший пошаговый онлайн-RPG в мире. Однако в русской версии радует не только геймплей, но и приятные глазу названия персонажей, мобов и вещей. Все просто, обычно и поэтому заставляет улыбнуться. Например, чтобы повесить молчанку на персонажа, не нужно искать какой-нибудь свиток тишины. Необходимо просто купить кляп и заткнуть им рот цели. В рядах отечественных ММО-знаменосцев в этом году лидирует Wargaming. Патчноты из мира танков за уходящий год мы цитировать не будем. Фанаты данной игры и так знают, что было, а тех, кому проект не приглянулся, ими вряд ли заманишь. А вот на анонсах новых проектов остановиться стоит. Во-первых, это World of Warplanes, также известный как «Мир самолетов». Довольно успешную, отработанную на танках модель для ММО, Wargaming переносит в небеса, пытаясь завлечь новую аудиторию. Игра появится в 2012 году, однако когда именно, неизвестно. Но уже сейчас проходит череда альфа-тестов, и посмотреть, что же такое выходит у белорусов при должной удаче, возможно. Главное понимать, что пока это еще не законченный продукт, значит всевозможные баги и дисбаланс поставляются в комплекте. На страницах нашего сайта находится интервью с разработчиками по миру самолетов. Всех заинтересованных милости просим. Еще один проект от данной компании — это World of Battleship. Это бесплатный военно-морской MMO-экшен, переносящий игроков на территорию военных кораблей 20 века. Об этой мало что известно, но скриншоты, расположенные на официальном сайте, выглядят весьма красиво. Все эти проекты будут объединены между собой. Конечно, не стоит представлять сражения в духе Battlefield, где на одной карте сойдутся и танки, и самолеты, и даже корабли. Но общая экономическая система, единая карта для клановых войн, возможность перераспределять ресурсы между аккаунтами разных игр —
планах у разработчиков. Как именно это будет реализовано, похоже, до конца непонятно даже им самим, но, как говорится, курс взят и отступать уже некуда. Появился новый игрок на ММО-рынке — Mental Games. Честно говоря, они начали локализовывать первые проекты еще в прошлом году, но широкую известность получили только в 2011. Совместно со Snail Games они разрабатывают MMORPG «Черное золото», которое сможет похвастаться довольно необычным миром в парапанк-стилистике. Этот мир состоит из земель Эрландир и Айнсхорст, разделенных огромным громовым хребтом. Из-за горных вершин, заслоняющих собой солнечные лучи, солнце освещает только восточную часть материка, поэтому Эрландир всегда залит солнечным светом, а Айнсхорст находится в вечном сумраке. Две враждующие стороны выглядят довольно банально, но необычная атмосфера просто обязана собрать вокруг себя несколько тысяч поклонников. Этот год запомнился особым вниманием к MMORPG и TPS. Такого внимания со стороны разработчиков к онлайн-шутерам мы еще не видели. Релиз аркадной мультяшной игры MicroWorlds, шутера от третьего лица с налетом мистики и оккультизма Warring, переход от футуристического онлайн-шутера Tribes в закрытый бета-тест, а также анонс Warface от самой студии Crytek, компании, которая с каждой новой игрой просто заставляет нас покупать новые видеокарты и радоваться очередному next-gen'у. Также к концу года был выпущен Battlefield 3 с, не побоюсь этого слова, сногсшибательной графикой и Modern Warfare 3. А Valve, в свою очередь, анонсировала продолжение знаменитой серии мультиплеерных шутеров Counter-Strike с подзаголовком Global Offensive. Не обошлось в этом году и без разочарований. Долгожданная многими Final Fantasy 4 с оглушительным треском провалилась на старте. Способствовали этому не только ужаснейшая оптимизация и множество ошибок, но даже сама регистрация происходила далеко не в два клика. У некоторых игроков данный процесс мог занять не один день. Про игровой процесс также нельзя сказать много хороших слов. В конце сентября даже сами разработчики из Square Enix согласились с провалом своего детища и решили переделать его, временно даже отключив абонентскую плату. 6 января игра будет перезапущена с платной подпиской, но потерянную репутацию уже вряд ли вернешь, хотя чудеса случаются, особенно под Рождество. Не оправдала ожиданий разработчиков также игра Мифос, созданная в жанре небезызвестного Диабло. В связи с чем европейская версия игры даже была закрыта, однако спустя некоторое время в нее решили вдохнуть новую жизнь, перезапустив игру под названием Мифос Глобал. 1 декабря начался 4-дневный закрытый бета-тест. Участников бета-теста ожидала масса ивентов, которые прошли как в игре, так и на странице Мифос в Фейсбуке. С русской версией таковых проблем не наблюдалось, и она готова принимать под свое крыло новых игроков. И напоследок хочется рассказать об игре Terra. Хороший старт не обеспечили игре 100% успех. Уже весной 2011 года из проекта начали уходить игроки. Главной причиной являлось отсутствие высокоуровневого контента. Людям, докачавшимся до определенного уровня, просто нечем было заняться. А учитывая платность проекта, это была критическая ошибка. Последующие обновления постепенно исправляли сложившуюся ситуацию. Пару месяцев назад игра получила президентскую награду от Корейской ассоциации игровой индустрии и 3 премии в номинациях «Лучшие звуковые эффекты», «Лучшая графика» и «Лучший персонаж». Возможно, данное событие заново поднимет интерес к данной игре. В 2011 году еще случилось немало значимых событий в области онлайн-рынка, но рассказать о всех мы просто не имеем возможности. При желании узнать больше, просто посмотрите видеовестники и прочитайте сводки онлайн-игр на нашем сайте. Вдруг из окна напротив ворвался свежий, чистый, морозный воздух. Новая порция бриллиантового новогоднего дыма прилетела вместе с ним. Князь неохотно зевнул, почесал подбородок, и в его голову поползли новые, только что родившиеся мысли о таком же новом, неизведанном будущем. Стараясь не думать о довольно приятных, но тем не менее фантастических вещах, он поднял ладонь и, растопырив пальцы, превратя пятерню в импровизированную гребенку, прогнал ее 3 раза по своей большой лохматой голове. Взбодрившись таким образом, он отложил в сторону те самые полуфантастические идеи про золотые горы и про захват чужестранных богатых земель.
размышлениям о предстоящем праздновании Нового года, ароматном вине, качественно вкусных блюдах и, конечно, прекраснейших наложницах, он также решил не предаваться и сконцентрировался на более реальных вещах. Итак, что же нас ждет в новом 2012 году дракона? Что нам обещает мир онлайн-игр и сайт MMO Games? Сейчас мы вместе с вами это узнаем. 2012 уже в первые месяцы должен порадовать нас выходом долгостроя Diablo 3. Фанаты со всего мира давно жаждут новых интересных приключений в подземельях мира Санктуарии. И мы надеемся на ранний выход проекта, хоть точной даты релиза объявлено еще не было. Довольно ожидаемые проекты 2012 года, которые пока либо находятся в различных закрытых тестированиях, либо даже не дошли до данной стадии, это Dota 2, Warface, Panzer и Prime World. О всех этих играх мы уже рассказали в начале данного видео, но именно об этих играх не помешает вспомнить еще раз. Мы надеемся, в следующем году выйдет третья часть игры Lineage, ведь от оригинала мало что осталось. NCSoft, похоже, подустали от игровой механики второй линейки и обратили свое внимание на Diablo. Темных подземелий и мрачной атмосферы в Lineage 3, конечно, не будет, а вот боевая система, когда главный герой одним чихом убивает дюжину врагов, найдет свое место в данном проекте. Особое внимание следует обратить на систему магии и волшебства. Так, чтобы наложить массовое заклинание, придется движениями мыши рисовать область поражения. Lineage 3 мы не морщась называем самой ожидаемой игрой и заканчиваем рассказ об онлайн-играх, но это еще не конец данного видео. А теперь самое время немного рассказать о сайте. Мы просто хотим немного похвастаться проделанной работой за год. Может, мы все вложили и не максимум возможных усилий в развитие портала, но, как говорится, если бы, да кабы. Заканчивать поговорку не будем, так как в большинстве случаев это нецензурные выражения. Первое, что бросается в глаза, это собственное видео. Его не было в 2010-м, а за вторую половину 2011 года, благодаря стараниям читающего данный текст, поднялось на довольно высокий уровень. Второе — это форум. Долгое время он находился в разработке, но все-таки был запущен. Можете считать, что он находится в бета-версии, и в следующем году мы будем очень долго шлифовать его. Но уже сейчас на форуме можно найти не только ответы на свои вопросы, но даже стать участником полноценной форумной ролевой игры по мотивам Mass Effect. В 2011-м MMO Games стал усиленно наполняться различными материалами, новостями, видео и скриншотами. Особая заслуга в этом нашего редактора, скрывающегося под ником MMOLib. Также в этом году было проведено множество конкурсов и турниров по различным онлайн-играм, а также раздач ключей для закрытых тестирований. В следующем таковых мероприятий станет еще больше. Помимо этого, в 2012-м мы окончательно сформируем стрим вещания на сайте, где вы сможете посмотреть не только популярные киберспортивные игры типа League of Legends, World of Tanks, но и в числе первых увидеть геймплей новейших MMORPG, еще недоступных широким массам. Не забываем мы и о статьях. В 2012 году будет больше гайдов и обзоров, качество которых будет усердно подниматься. Главная наша цель в году дракона, чтобы каждый, кто зашел на наш сайт, смог бы найти что-нибудь свое и не раздумывая добавил бы MMO Games в закладки, а еще лучше подписался бы на рассылку. Если кто-либо из вас полон желания помочь развитию проекта, то милости просим на страничку обратной связи. Поздравляем всех с Новым годом! Желаем счастья, удачи, здоровья, да и денег, они-то никому не помешают. А для разработчиков онлайн-игр у нас будет другое пожелание. Побольше качественных и нестандартных MMO-проектов. Не бойтесь экспериментировать, и у вас все тоже будет хорошо!